Студия Бас-93. Сегодня у нас такой мини-обзорчик проделанной работы в Hyundai Solaris. Приехал в нашу студию. Так, коротко о системе. Итак, назад у нас идут две протяжки полтинника КГ50 плюс и минус. Сделан дубляж генератора. Колба с предом, все в змее, в принципе, все красиво. Дальше вот только собираем машину. Что у нас тут? У нас здесь трехполоска, ошибаюсь. Что-то я заговариваюсь. Так, обшивочки делали мы. Такие симпатичные получились обшивы по двухполосочку. По пищалкам у нас Т34 пищалочка. Середина Ариолетка уже всем давно известная. И на мид у нас X8. Башка у нас Пион 580. Еще ничего не настроено, ничего не порезано. Только собираем все. Так, на пище у нас получается. Что у нас на пище и на середине? Мачете 134, да, Саша? На мидбас и на середину мачете 134. А, на пище двухканальник, то есть это четырехканальник, АП-41 на САП, на САП-боль, да, и на пище, мачете, на миды и на середины. Вот такой у нас тут САП, мега, омега САП, басовик, бас-бочка. Бас-бочка, бас-буфер, мистери. Клиент нам привез, попросил установить. Поэтому сабовое звено здесь такое легенькое, но я думаю, он к нам в скором времени вернется за нормальным валящим басом. Вот такая, в общем, солярочка. На бензине солярочка, да, дизельная. Ну, в общем, сейчас, короче, мы запустим. Немного послушаем, сейчас вот да, соберем, там Саша что-то вкручивает. Что я вкручу? Я тут вкручу нормально. Нормуль? Конечно. Получается, что-то, блядь, нихуя не получается, Саша. Все нормально, послушаем. Опа. Слушай, камеру не влази. Заебись. Я серьезно. А ничего, у тебя же провод там мешает? Да? Ты
Че балда? Балда, блядь. Я тебе сейчас... Туши камеру сразу, блядь. Коля, ты шифруйся. Свое рукожопство боишься показать, а? Нихуя, а чё-то рукожопство тут магнит. А оно всё выставлено. Ахуя. Куда оно убирать? Давай ещё раз посмотрим. Провода все убрал? Да. И куда? Сзади. А что вот это за херня такая? Давай посмотрим. Че там? Какая-то... Проводка Pride у нас. Полторашка, да? Все полторашка? Два с половиной. Два с половиной. Что-то Pride вообще в последнее время обнищал. Полтораха. То есть два с половиной, как полтораха какой-то. Дичь провод раньше был потолще, поинтереснее. Это просто в том... Минус. В минус копилку Прайда. Бакарейка, блядь, вот отрежем. Пластиковая. Если бы она пластиковая была. Так она пластиковая, ты что? Да хуй тебе, блядь. А что это? Слушай, не матерись, нас дети смотрят. Извините, пожалуйста, дети. Еще кусаю. Пока. Короче, сейчас Саша снимет и будем дальше снимать. Все нормально, неизвестно, кто рукожоп. Дверь не резали, динамик становится. Хрен его знает, кто рукожоп. Сетки знатные. И почти знатные. Пищалка не Альфард. Короче, дичь какая-то. Надо его закрывать в гараже. На ночь оставляем. Я тебе, блядь, закрою. Я же выйду? Нет. Да?